Основная идея новой рекламной кампании состоит в том, что Oriflame черпает вдохновение в желаниях и мечтах женщин. Сначала для съемок мы отобрали около 900 человек. Из них потом уже 90. И из них я должен выбрать таких, кто был бы оптимален для каждого сюжета. Выбирать было очень сложно. Моя задача заключается в том, чтобы создать ситуацию, при которой каждый участник съемок смог бы максимально раскрыться и с легкостью выразить свои эмоции. А далее наша задача с оператором лишь вовремя зафиксировать эти эмоции и затем выбрать лучший дубль. Мы сейчас проводим съемки для косметической компании Oriflame. В большинстве таких роликов модели выглядят неестественно. Снимая обычных женщин, я должен добиться, чтобы они выглядели натурально, как в жизни. Знаете, снимать рекламные ролики – это все равно, что продавать продукт. А наша задача – привнести во все радость, легкость и уловить тонкие нюансы. У нас сегодня на съемках работала маленькая и просто чудесная девочка. Она красила губы своей маме с таким удовольствием, что мы были все в полном восторге. Взаимопонимание между клиентом, агентством, съемочной группой и актерами – залог успешного ролика. Эта работа стала воплощением замечательной новой концепции бренда Oriflame «Твои мечты – наше вдохновение».